8 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся инсталайв для абитуриентов Института психологии и образования Казанского федерального университета. Ответы на вопросы в прямом эфире посмотрели суммарно несколько сотен человек. Больше всего абитуриентов интересовали процесс дистанционного приема документов в этом году и доступные специальности. В нашем институте готовят таких специалистов, как психологи, это классическая психология, готовят психолого-педагогическое направление, это у нас детская практическая психология, это лечебная педагогика и психологическое консультирование. Это новое направление, которое будет вести набор в этом году. Также у нас специальное дефектологическое образование, такие профили, как логопедия и специальная психология. Также у нас, в частности, педагогическое образование. 10 июня в 14:00 свой инсталайв проведет Институт геологии и нефтегазовых технологий. 18 июня в 15:00 на День открытых дверей приглашает абитуриентов Институт филологии и межкультурной коммуникации. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ проведет серию инсталайфов для поступающих на бакалавриат и магистратуру по специальности программная инженерия. Их дни открытых дверей пройдут 11, 19 и 26 июня. Начало трансляции для абитуриентов, желающих обучаться по программе бакалавриата, в 16:00. Для будущих магистрантов в 17:00. Напомним, ранее в КФУ прошли дни открытых дверей для иностранных абитуриентов. В серии онлайн-мероприятий приняли участие несколько сотен граждан Китая, Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Турции. Сегодня иностранцы активно подают заявки на поступление в Казанский университет. Так, только граждане Китая подали уже более 350 заявок. Показатели растут с каждым днем. КФУ рассматривает разные варианты развития эпидемиологической обстановки. Предполагается, что если к началу учебного года не будут открыты границы, будущие студенты смогут приступить к обучению в дистанционном формате. Подробная информация об этом будет размещена на сайте университета. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универньюз.